Более 300 человек в селе Соколово зонального района накануне вышли на митинг с требованием сохранить Иткульский спиртзавод. Митинг состоялся, несмотря на то, что за несколько дней до его проведения собственники завода выплатили задолженность по заработной плате. Сельчанам необходимо стабильно работающее предприятие, без которого, уверены люди, гибель грозит не только одному селу, но и многим окрестным. И это был главный лейтмотив встречи. Иткульский спиртзавод – градообразующее предприятие. При его закрытии пострадает не 400 человек рабочих, а около 4000. Это несколько населенных пунктов. Митингующие потребовали от краевых властей выкупить предприятие у нынешних владельцев, а в случае неспособности передать его в собственность трудового коллектива, чтобы создать народное предприятие. Напомним, в конце марта правительство края сообщило о приостановке работы предприятия. Проблемы связаны с финансовыми трудностями собственника. Последним рабочим днем на спиртзаводе должно стать 20 мая.